Ребята, посмотрите, что происходит в семьях. Данилов молодец, Сидоров молодец, но они не догоняют, они говорят в плане 4, 5, 6 мерности, в плане славянства. Они не говорят опасности, потому что женщину, которую вы не принимаете, не признаете и не ставите на свое рабочее место, на 7, 8, 9 мерность, она говорит: фи, значит, ты не получишь. Если я не богиня, значит, я не дам тебе то, что я могу дать тебе как богине. Тебе кто нужна? Поломойщица, посудомойщица и расстилающая и заправляющая постель? Хорошо, я буду ею. Вот это ошибка всех тех, кто работает в славянстве. А еще Сидорова уважаю, ничего не хочу сказать про него плохого. Но он говнюк в том плане, что он говорит, что мужчина должен иметь 15 жен, как гарем. Это все правильно при условии, что если женщина трехчакральная, их 10 надо, 15 надо, их надо 125, чтобы мужчина смог вылезти хотя бы куда-нибудь. Но если женщина семичакральная, мужики, вот этот гарем не нужен. Семичакральная женщина стоит целый гарем трехчакральных женщин. Знайте это. Одна жена любит. Одна одежду шьет. Одна пищу варит. Одна детей кормит. И все одна. И если семичакральная женщина у вас рядом с вами, и если вы признаете в ней божественную субстанцию, и если вы ей вручаете себя, ребята, это уже берегиня. Восьмая мертвость, обережная энергия, отсюда начинаются. И из восьмерки, смотрите, восьмая мерность, обережная энергия, восьмая мерность, смерть. Легко отодвигаю смерть. И смерть для меня не указ. Хочу — отодвину, не хочу — не отодвину. Понимаете? Это очень опасно — не признавать божественное состояние женщин. Рядом с вами живут, ходят, находятся атомные реакторы, которые одним своим словом, мыслью, желанием, намерением могут как возродить мужчину, так его и не возродить. Ну и ладно, ну и хорошо, ну и не доставайся же ты никому, правильно? Ребята, я предлагаю следующее. Ребята, давайте жить дружно. Давайте жить дружно и по любви, по дружбе. В том плане, что мужчина делает свое собственное дело в четвертой мерности и разрабатывает пятую. Это семья, воспитание детей, подрастающего поколения. И заглядывается на шестую мерность. Это видение тонкого плана. А женщина живет в своей седьмой мерности, разрабатывает восьмерочку и заглядывается на девяточку, на божественную субстанцию. Еще один пример высокомерности женщин. Более высокомерной структуры, чем у мужчины. Когда мы с вами жили в золотом веке и пришли в нашу игру играть темные, серые, паразиты, ну и все остальные, которые не человеки, то они решили, это очень высокомерная игра, и в ней очень плохо им играть, потому что это наша мерность. 10, 11, 12 – это наша божественная мерность, это наше поле игры. И они решили, для того, чтобы управлять богами, нужно богов
свергнуть с пьедестала. И первое, что они сделали для того, чтобы уменьшить игру, они уничтожили всех женщин, носителей седьмой открытой чакры. Вспомните охоту на ведьм. Рассказывали, что столбовые дороги были с двух сторон виселицами через каждые несколько шагов, и все, повешенные были женщины. Европа вся освободилась от ведьм. Что там получилось? Остались трехчакральные, и истребили всех семичакральных. Игра основная сразу понизилась на четвертую, пятую, шестую мерность. Для того, чтобы зацепить игру хотя бы в четвертой, пятой, шестой мерности, были созданы все славянские ритуалы. Ритуалы славления – это славливание более высокой мерности и распространение ее здесь, на земле. Все ритуалы, все магические действия, все знаки, все символы, вся символика – это славливание и притягивание энергии и мерностной структуры сюда, в здесь и сейчас. Знаки крутятся, вертятся, проникают в сердца, выполняют свою работу и рождают в человеках образы. Образы мелькают вспышками, плетут мысли и выходят наружу в виде слов, создавая информационные поля. Было создано вот это славянство, которая делала свое дело. И игра долгое время стояла в четвертой, пятой, шестой мерности, пока не истребили последних волхвов, пока не истребили славян, и нам навязали христианство. Христианство – это первая, вторая, третья мерность, но она шла со знаком «плюс». Я уже говорила на семинарах, что раннее христианство, которое было создано фактически светлыми жрецами, оно было создано для трехчакральных. Мы сами создавали это христианство, потом его переделали паразиты, возглавили его, убив руководителей, а потом его переделали против нас. Христианство было создано для трехчакральных, мусульманство было создано для трехчакральных, буддизм был создан для трехчакральных. Все любые религиозные структуры были созданы нами, светлыми жрецами, для трехчакральных. Мы сами потом попали в эту ловушку и очень хорошо попали. Пока не поймем, где мы находимся, мы отсюда никогда не выберемся. Паразитам стало неинтересно, и они решили нам вменить первую, вторую, третью мерность, рабские качества со знаком минус. Минус первое – страх за собственную жизнь, поэтому пошли войны. Когда мы жили здесь, никаких войн не было. Когда мы жили здесь, тоже никаких войн не было. Ну, начались предательства, потому что серых впустили в свой дом. Таракана впустили в свой дом, а потом стали спрашивать, что тебе, таракан, нужно? А он говорит, требую равных прав с хозяевами. Мы сказали, хорошо, таракан, мы тебя сейчас будем просветлять. Рыжий и усатый таракан. Таракан! А потом таракан сказал, а хочу, чтобы человек, который живет в моем доме, пошел бы ко мне в услужение. Хочу быть владычицей морскою, чтобы жить мне в океане море. Фактически получилось вот такой вот перевертыш. Служила мне рыбка золотая, и была у меня на посылках. Наша с вами задача – выскочить отсюда. И, ребята, единственный путь выхода – это пятиться назад. А назад мы можем переходить только через славянство, а из славянства в матриархат, из матриархата в золотой век. Теперь посмотрим, что делают с нашими женщинами. Индианки возьмем здесь, да?
точечка. Это значит, у женщин и индианки открыта пятая чакра, разрабатывают шестую. Правильно? У наших раньше короны были вот такие высокие. Это значит, седьмая открытая, разрабатывая восьмерочку. Узбечка, вот здесь большие эти вешают украшения. Это значит, три открытые разрабатывают четвертую. У наших женщин пупочки открытые. Где внимание? Если внимание и живатма женщины находится вот здесь, в открытом, а еще тут пирсинг, да? Какой ужас, да? Внимание все время вот здесь. Где находится животма? Во второй чакре. На что может влиять женщина? Ни на что. Даже родить нормальное здоровое потомство вот с этой модой, которую нам вменили девочкам. Никто ничего не может. На самом деле я говорю следующее, что мы, женщины и мужчины, мы в одной связке. Мужчина отвечает за мои, за мою четвертую, пятую, шестую мерность, а я отвечаю за его шестую, седьмую, да, седьмую, восьмую, девятую мерность. Потому что вот только в связке мужчины и женщины могут что-либо достигнуть в этой жизни. Через сакральное действие соития мужчина через канал женщины выходит в более высокие мерности. И самим уже находиться в высокой мерности. А женщина, предоставляя ему канал выхода в более высокую мерность, дает ему возможность познать вот эти вот все божественные структуры. Поэтому, мужчины, обратите внимание на своих женщин, жен, которые рядом с вами, и начните думать о них как о божественной субстанции, о богах, с которыми в ладу и вместе мы можем свернуть тут все, что угодно. Девочки, бомбить не мужиков надо своих, бомбить надо врагов. Самая первая война, которую вменили нам темные жрецы после того, как стали уменьшать игру, это война между мужчинами и женщинами. Война между мужчинами и женщинами, она была вменена. На самом деле мы не жили никогда вот так, когда мужчина сидит и говорит, ну-ну, скажи мне, что, ну что еще ты мне скажешь, ну-ну. Потому что они сами знают, что они великие, мощные, сильные. И я знаю, что все мужчины великие, мощные, сильные, но я сильнее. И так думает каждая женщина. Но представьте, если мы совместно пойдем в одном направлении. Да нам, у нас врагов не будет вообще. Как объясняет тонкий план? Как вменить, допустим, определенную программу? Допустим, война между мужчинами и женщинами. Создается в тонком плане определенная программа, где разыгрываются сцены войны между мужчинами и женщинами в семьях, между мужем и женой, между братом и сестрой, между отцом и дочерью, между сыном и матерью. И потом эту программу выпускают. Выпустили эту программу, но для того, чтобы она начала действовать, нужно, чтобы туда подключался народ. Самостоятельно, добровольно, но подключался. И в телевидении, по телевидению, по радио, в фильмах запускает определенный код. Словосочетание, которое, произнося каждый из нас, начинает подсоединяться вот к этой субстанции, эгрегориальной структуре. Допустим, идет фильм какой-нибудь, и по тексту герой или героиня говорит, что, ну, а что вы хотите? Война между женщинами и мужчинами объявлена. То есть и сейчас идет у нас с вами фактическая война между мужчинами и женщинами. Все. Сколько посмотрели, дали согласие этому словосочетанию, все. Идет подключка уже к этой программе. И когда идет подключка, все, на каждого спускается вот программа ненависти. В семьях ненависти, на работе ненависти. Мало тебе, окаянный, что ты молодость мою погубил. А сейчас и вовсе в домой сделать хочешь. Таким образом спускались несколько программ. Допустим,
одна из последних программ, везде одни евреи. Ребята, евреев 10-12% от всего народа населения. Но куда ни засунешься, в политику, искусство, они везде лица. На самом деле нас очень много, везде мы, везде русские. Я проехала огромную территорию Украины, огромную территорию России, я везде встречаю нормальные русские лица. Зачарованный это народ. Сказывают, 1000 лет, как ордары каменной княжной заколдованные. Еще одна плохая программа, которая была внедрена, это вся страна пидорасы. Да, по телевидению послушайте. Их послушаешь, что везде одни голубые. Больше никого больше нет. Потому что они устраивают там митинги, они устраивают какие-то шествия. Отобрали у нас символ радуги и считают, что они все... наши пидорасы – самые лучшие пидорасы в мире. Это вранье. Я живу в нормальной стране. Вокруг меня нормальные мужики, нормальные женщины. У нас в Сибири нету такого пидоросня, который вот показывает, что они по телевизору есть. Нету, правда нету. Я объехала огромную территорию. Нету, не встречались мне. Встречались дважды. Один раз на сцене в Новосибирске. Все, больше я не видела нигде. Нету у нас этих зверей, нету этих животных, которые называются вот этим образом. Нету. А идет вот такая пропаганда, что везде вот только вот так, а не иначе. Это запускается программа, которую мы, допустим, приняли в себя, согласились с ней, и все. И она начала уже у нас работать. О градации населения земного шара многие пишут, кто такие люди, кто такие нелюди, кто такие твари, какие структуры у кого есть. Вот очень хорошую градацию я читала о пяти братах, хотя не совсем, что он говорит, я с ним не согласна, особенно с тем, что он ненавидит женщины лютой ненавистью. Ну, очевидно, что ему в жизни встречались только трехчакральные женщины, очевидно, семичакральные ему не попались. Но та градация, которую он приводит, я с ней полностью согласна. Почитайте, очень интересно.